Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем делать композицию в корзинке. Для этого нам понадобится оазис, корзинка, розы или другие цветы, какие вы хотите сделать композицию. И наполнители. Это папоротник, гипсофила и хризантема. Я хочу сделать композицию в виде сердца. Розочка у меня будет в виде сердца. Приступаем. Оазис наполняем водой. Пока оазис наполняется водой, корзиночку я проложу целлофаном. Обычный пакет. По форме корзиночки наполняем ее оазисом. Оазис наполнился водой. Мы его ставим, кусочек наш, вот сюда в корзинку. Теперь нужно закрепить наш оазис. Возьмем специальную ленту, анкор-скотч. Сборки нашей корзинки вы должны представлять, что вы хотите получить. Уже у вас воображение должно рисовать, какой там букет будет, какой там, какие там цветы, как они будут располагаться, какая форма будет. И поэтому вы уже, представив это, начинаете это воплощать. Цветы как можно больше нужно сделать надрез, чтобы площадь, в которой они будут потреблять влагу, была как можно больше. Замечательно. Вот смотрите, сердце у нас уже есть. Теперь нужно его заполнить тем, что у вас есть под рукой. Хотите, можете взять гипсофилу, просто все заполнить гипсофилой и обрамить папоротник, да, допустим. Если у вас, у нас бюджетный вариант этой, как бы, композиции, потому что денег у нас заказчик дал очень мало, и поэтому можно использовать даже зелень самой розы. Не выкидывать ее. Смотрите, какая замечательная веточка. И вот эту зелень мы можем тоже использовать в этой композиции. Здесь по сторонам мы можем ее как раз сделать, обрамить. Либо папоротник. Либо папоротник. Что нравится, как вам? Thank you.
зеленой нежной зелени. Очень красиво и празднично. Всего вам хорошего, до новых встреч!